Мы идем по старой киотской дороге, существовавшей во времена императора Мэйдзи. Правильно, Наташа? Правильно. Это туристы японские. Это все идут японцы. Пойдем? Нет, там детский. Детский праздник. А так и ноги промывает. А Сашка, может, уже там назад сейчас пойдет? Эксклюзивная модель. Цвет у нее красивый, да, я? Видишь, как он ее закрыл. Поставил вообще нет. На станции Сакурагуча вместо Якогамы, то есть Якогамы. Thank you.
オンリーラブをお送りいたしました、続きましてはですね、続いてはですね、あのラテン の曲を3曲続けてお送り
それではただいまからセットチェンジの時間をいただきます。次のバンドはおよそ15分後ぐらいからの演奏開始になりますのでよろしくお願いいたします。お楽しみいただいております。有料のチケットは各ホールと京都明日2日間まだまだ様々なライブが繰り広げられます。ぜひお買い求めいただきこの2日間を満喫いただきたいと思いますのでよろしくお願いします。それではしばらくお待ちください。Черная белая, мне прям вообще. Сидят
Мне кажется, они мелкие. Кости у них мелкие. Ну вот они рождаются. Что за их? Как же лисики, да? Они же не едят. Питание с рождения другое. А находят беременно на места. Thank you.
でした。こんなに多くの方々に立ち止まっていただけるとは本当に光栄です。とても緊張してるんです。Пиво. Ну, вот здесь вот вход, платишь 200 йен, и дальше покупаешь баварское пиво. Баварцы здесь привезли свое пиво. На одном месте собралась.
японцы любят пиво пить, либо для них, по-моему, это самый любимый напиток после саке. Thank you.
намеком. Ну так японцы гуляют. Круче кушать, как бы больше было. Находимся в китайском квартале города Якогама в Японии. Здесь своя диаспора, есть вот китайская и их квартал. Мне знаешь, что пробовала? Мне взяли все нормально. Она говорит, а вы знаете, что мы ели? Мы говорим, ну там это кондатора. Нормально, если не спрашивают. Французы ракушки не едят. Это как курятина. Thank you.
4.30, да, было фотку? Чего? Кока-кола, да, кола за 4.30 блюда. А там дешевле? Там дешевле, да. Дешевле всех на выходе. Смотри, 1900 целая утка, на самом деле кусочек там. あまり甘くはないですけど、トムが本格的になりますので、あまり甘くはないですよ。めっちゃ超美味しいですよ。じゃあこれ中身入れて、韓国国物中身がきな粉、ごま、くるみ、マッチのみ、ピーナッツ、アーモンド、牛乳、全部混ぜて、私は心も混ぜて、お姉様。これで、くる、くる、くる、くる、くる、くる、くる。これが韓国王様、ヨン様、徳川家康様が食べた、これがオーバマデリシャスクッキーです。デリシャス。じゃあこれが全部アカシアの蜂蜜が今口の中ですぐ溶けちゃうんですよ。めっちゃうまい。これある写真、あれ田中マック野球選手、ああ요즘에これお菓子食べたいから頑張ってですよ。これあもうどここれで山ちゃん行こう。全部これ常連様ですよ。これは賞味期限そのまま常温で1ヶ月冷凍庫3ヶ月ですけど、家で買ったら溶けないです。硬くならないですよ。これでじゃあ行くでも行くでも食べたお姉様、友達、鈴木さん、田中さん、本田さん、読売さん、車さん、一家がです。ガーお姉さん。じゃあアーモンドピーナッツチョコレート